Всем привет, ребят! Ну что, какие многие из вас просили, прокачал вам Санта Бума, Деда Мороза. Короче, сейчас будет полный трэш. У меня такое чувство, что он сейчас будет разносить полкарты на такой прокачке. В общем, качаем дедушку на максималку, на урон. Герой старенький. Раньше был вообще топовый, когда особенно у кого-то ремка была, он так заряжал. Это просто нереально. Потом, конечно, он, как и многие герои, стал бесполезным. Но на подземках он до сих пор трешует. И в такой сборке, я думаю, он будет тащить везде. Окей, 30-й. Давайте его, где там он? Где наш Санта-Бум? Блин, куча героев. А я его попробую найти. А вот он. Вот так вот. Такая вот сборка. Вот ради интереса давайте поставим ремку и просто посмотрим на урон на 30-м прорыве. То есть без прокачек. 8-я ремка. Это по сути как бог войны поставили. Вот такие вот статки. Статки, блин, жесткие. Поехали, посмотрим. Просто самому интересно посмотреть, что он будет делать сейчас. Давайте ему еще поставим панчбокса. Для уверенности. Давайте начнем. Да там нереальный, наверное, урон. Посмотрите на урон от панчбокса. Вот это дедушка, разбойник. Да у нас еще пиромах, это у нас не максималка. Сейчас мы сделаем ему максималку. Ну давай, дед. Ну вот такое, 20 тысяч. Давайте попробуем. На восьмерке здесь будет поинтересней. Столько единственное гляну, смотрителя убрать. Вот, отлично, смотрителя у нас нет. Без прокачки скилла. Просто нафиг выносит все, всех и вся. Так, пиромага мы уберем. Ну давай. Вот половинку снес. Не особо он и снес. Так, ремка, наверное, уже прошла. Давай, всекай. 300 тысяч. Вот в районе 100к. Ребят, это третий скилл. Без особой прокачки. Его маскировочка включилась. Давайте сейчас тут же качнем скилл на максималку. И уберем пермага. Без прокачки таланта поставим вот так вот. Ху-ху-ху-ху-ху. Представляете, что он сейчас будет делать? Я не представляю. Сейчас посмотрим разницу сразу в уроне. На такой сборке. Так, ну что там? Давайте, заряжайте. Давай, бей в центр. Гаси. О, уже поярче чуть-чуть.
Но все равно не особо. Так, пусть винвиз сейчас уйдет. Вообще будет огонь. Ну, 200 тысяч, 400 тысяч, отлично. Вот он, инвиз пошел. Давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Ой, отлично. Давай, 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 давай. Ладно. Ладно, сейчас мы к вам вернемся. Давайте сделаем один талант. Такой. А второй пакт. И поставим рунами грубую силу. Ну, ремка, как бы, она для включения важна. Больше на PvP локация. Тут нас интересует сейчас, чтобы он нормально зафигачил. А с грубой силой, эмблемой, он должен выбивать дофига. Особенно критом. Так, отлично, есть. Let's go. Ну, в рейд что-то я побежал. Еще я сюда побежал. Ща ему тут люлей навешают. А может и нет. Конечно, навешают. Рея. Вот давайте, кстати, магию, магия, магия. На всякий случай. Потом затестим в рейде еще. Так, поехали обратно в подземке. Ну-с, поехали. Что там у нас? Пакт. Пакт плюс грубая сила. Смотрим. Самое главное, чтобы он в центре зарядил. Давай, дедулька. Где-то улетело не в ту сторону. Походу, он даже не доживет до второго залпа. Или доживет? Ну! Вот это, ребята, топовый тест. Видите, не все герои доживают на 30-м прорыве. Ну, у нас, конечно, вот с пактом и сборка на урон. Нам надо, чтобы он попал в центр. Ну, что-то не хочет в центр стрелять. Так, ну второй зал будет. Да, блин. Сколько можно? Давай уже стреляй. О, вот он. Угу. Фига себе. Вы видели этот урон? Да это просто жесть. Посмотрите на этот урон. Вот это да. Вот это он приложился. Обалдеть. Так, хорошо. Поехали, второй тест. Блин, а круто. Нереально крутой урон. Хоть и старенький герой, блин, а дамажит он так круто. Так, ну тут он у нас будет уходить в инвиз. Тут изначально первый урон. Вот тоже посмотрите, какой урон. 5 лямов снес. Сейчас ему в инвиз уйдет, у него будет вообще 250% атаки. Давай, 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 тащи. Ху-ху-ху-ху. Блин, его ушатали, жалко. Ну, урон, конечно. Это жесть, ребят. Ладно, возвращаем ремку ему.
и поехали в обычные локации, посмотрим там. Вот такая вот у нас будет сборка, поехали. Поехали на экспедицию. Блин, а дед жжет. Это реально дед отжигает. Крутой, крутой дядька. Ну, дедушка, давай, жахни их. Ну, я бы не сказал, что особо много он дамажит здесь. Как-то. Так, смертушка его вообще обезоружила. Ну, здесь понятно, он у нас без урона, считайте, практически. Надо пак ставить сюда. Ничего себе, ворожей. Ультанул. Сейчас я вас ультану. По-моему, тут панчбокс тащит. Панчбокс, ты где? Выручай друга. Все, тут сейчас его сольют. Нафиг. Ладно. Сейчас я к вам вернусь, ребята. Ну понятно, панчбокс нам мешает немножко, но ничего страшного, зато хотя бы видим реальный урон этой имбы. Можно его убрать. Давайте уберем. Лучше поставить ангела. Пусть лучше сразу дамажит, правда? Я тоже так думаю. Или даже так сделаем. Блин, крутой. Дед реально крутой. За счет зональной атаки он просто раздает. Оп-оп. Посмотрите, что он там в центре сделал. Он сказал им просто до свидания, ребята. Вот это базуки. Сейчас он Анубиса накажет. Я же говорил, накажет сейчас его. Так, ладно, побежали дальше. Блин, жестко. Нереально жестко дамажит. Просто единственное, знаете, что я не знаю, на отражалке ему же сразу хана будет. Надо ПДшку ставить. Так, ладно, побежали дальше. Он всех выносит нафиг. В одну калитку. Ну, здравствуйте, ребятушки. Не полетела ульта туда. Ну, значит, сейчас залетит. Сейчас к вам залетит. Залетят руки-базуки. О, как раз крон включился. Бум, посмотрите, по минус 96. Нормально так на хроне. Он сейчас опять сольется, мне кажется, даже. Крон воодушевление на волны. Правильный хрон, кстати. Так, ну кто кого? Да, хрон его затащит. Не убивай! Ничего себе. Ну ничего себе. А ну-ка, Фрея. Бум. Слился, короче. Короче, не имба. Так, окей. С этим разобрались. Поехали на арену, поразвлекаемся. Сколько у нас там попыток есть. Может, кого-то найдем интересного. Так, блин, вечно эти перестановки. Давайте этого попробуем. Ну, я думаю, тут дед ничего сейчас не сделает. Вы еще и по центру вышли, да, смотритель. Тут без вариантов. А вот здесь он по-любому затащит. По-любому. Смотрите сейчас на урон, ребята. Чекайте урон.
Чем он просто так только хлоп, бум, стычки, просто сразу же. Так, а ну-ка тут. Ой, блин, хорош. Если он сейчас зарядит, а он зарядил, а куда он зарядил, непонятно. Где-то зарядил по нему, а его слили в это время. Ну давайте еще тест. Блин, ну для подземок нереально крутой. Но здесь, видите, все-таки толпа его сливает. Он не такой ПВПшный герой, как хотелось бы. Тритон, Некрос. Так, есть у нас одна попытка, отлично. Встречаем, встречаем, ребятушки, встречаем имбу. Ну! Угу. Просрали последнюю попытку. Ушел Винвиз. Поехали на забашку. Вот на забашке будет тоже интересно посмотреть. Если он ударит, то должен ударить жестко. Конечно, у нас пакт. Сейчас посмотрим. Может, поменяем пакт, уберем. Вот тут сейчас будет однозначно слив сразу же, наверное, причем. Да, смотрите, что делает. Ого, нифига себе. Блин, крутой. Жалко, Винвиз не ушел. Надо все-таки, видите, не пакт ставить. Ну, блин, дамага, конечно, жестко у него. Ну, давайте ради... Хотя против смотрителя это все равно не спасет. Видите, здесь он не особо тащит. Ну, его надо ставить на втором плане. Можно попробовать на боссах. Но я думаю, самая основная цель его это подземки. Сейчас попробуем дальше на подземках. Других вариантов для него, я честно скажу, пока не вижу. Потому что у него нету ни иммунитетов, ничего. Зато у него обалденнейший дамаг. Он просто красавчик. Вот так вот он уходит в инвиз. Ладно. Давайте еще против черепа попробуем. Я думаю, это тоже не спасет. Ну, блин, на подземке он, конечно, крутой. Ну, вот ударил, но видите. Это не то. Это не его локация. А его локация вот эта. Давайте попробуем. На пятой, мне кажется, его разберут в такой сборке, даже с магией. Хотя, может, он 50% сделает. А может и нет. Сейчас посмотрим. Если будет в разные зоны бить, уже 22. Давай, дедулька, тащи. Тащи их нафиг всех. 32. Ангела надо ставить. 43. Блин, жесть. Дамаг у него просто лютый. Сейчас мы попробуем еще разок. Оттянем щит. С ангелом он должен получше справиться. Но это не точно. Да запарили вы. Давай бей уже. Ух ты. Блин, круто бьет. Что-что, а бьет он реально круто. Ну видите, убрали от стана. Лям. Обалдеть. Просто чисто лям выдает.
Да, ему надо железку ставить сюда. Ну и ремка, конечно, здесь беспонтовая. Давайте железку поставим. Он тогда хотя бы дамажить будет. Ну а так, пишите в комментах, как вам сборка. Ну, как по мне, реально очень веселая. Ну, чисто по фану, я бы не советовал, конечно, его качать так. Думаю, вам есть куда. Ну, а так посмотреть, что он может на максималке, конечно, интересно. Тут даже можно... Вот, давайте вот тут, кстати. Можно попробовать, если будут убивать, чтобы он уходил в инвиз. Плюс у нас есть отхил. Вот такой вариант. Ум, поехали. Давайте, 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 давайте. Я сейчас вас тут чпокну. Эй, живи. Посмотрите, что он делает. Эй, живи, 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 живи. Блин, куда ты пошел? Уходи в инвиз. Жесть, ребят, посмотрите, что он творит. Блин, нереально крутой. 52%, я офигею. Дед, короче, тащит. С таким уроном, посмотрите на этот дамаг. Миллионы вылетают. Да, все-таки маскировка кайфовая тема для героев некоторых. Я не знаю, он 100% может так затащить, по идее. Супер дед. Единственное, кто его это может черепа слить. Ну а так он реально просто жесткий тип. Интересно, уже хватит нам времени или нет? Все, заморозки сколько нет. Сейчас будет. Сейчас он будет раздавать. Так, ну сейчас череп, наверное, его раздаст. Не, он сказал черепу один раз до свидания. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сейчас череп нас может минуснуть. Тихо-тихо, ша. Так, минус один череп, ребят. 99%. 99 последняя секунда. Пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу. Как по мне, это просто нереально круто. Unreal. А ну давайте попробуем шестую. Я не знаю, как на шестой, конечно. Затащит, не затащит, но... Дамага у него, конечно. Дофига. Ай. Понеслась. 12%. Что он творит? Я в шоке. Посмотрите, что он творит. И автопрок сразу минус нули. Ладно.
В общем, такой вот герой, пишите комменты, что вы думаете. Ну, дед реально повеселил, обалденнейший герой, обалденнейший урон. Ну, конечно, он уже не настолько актуален, но потрешивать можно. Все, всем удачи, всем пока.